Штирлиц. Принесите, пожалуйста, кофе. Что я вам скажу, Штирлиц? Видимо, технический прогресс будет определять будущее истории. Особенно теперь, когда ученые вот-вот должны проникнуть в тайны атомного ядра. Мне думается, что и на Западе, и на Востоке это уже поняли ученые, но до этого еще, к сожалению, не дотащились политики. Кстати, мы с вами будем свидетелями деградации профессии политика. В том ее значении, в котором мы к ней привыкли за последние 19 веков истории. И вот понять изначальные мотивы людей, вышедших на передовые рубежи науки, понять, что ими движет, это задача не столько ближайшего будущего, сколько дальняя, серьезная, перспективная задача.